представляешь? Самое смешное, у нас одна девчонка вот так вот пришла первый раз на площадку, ее как накрыло крыло, испугалась, орать начала. А вот смотри, видишь, Ромка вон там на поле, видишь? Значит, вот мам, так там коровы гуляли. Вот представляешь, ногой в лес, ну, поняла, да? Так мы потом ехали в машине, знаешь, как воняло. Ой, нет, Зинуль, очень здорово. Молодцы, ребята. Зинуль, ты, может, поспишь уже? Поздно. Не знаю, мам, я хочу спать, но меня обкололи чем-то. Не спится. Больно, сынок? Я ничего не чувствую, мам. Мам, я вообще ничего не чувствую. Ванюш, Ванюш, уже случилось. Пожалуйста, сейчас не думай о плохом. Все? Они сказали, операция поможет. Ну, кто они? Ну, кто они? Ну, Олег Михайлович. Олег Михайлович. Мам, он хороший врач? Да, хороший. Очень хороший. Мам, помнишь, в понедельник девочка приходила? Арина. Помню. Это моя девушка, мам. Ты позвони ей, ладно? Скажи что-нибудь. Она у меня в телефоне как пингвинка записана. Пингвинка? Кто так девочку называет? Вонь. Ну, ей нравится. В общем, позвони. Пусть она не приходит, ладно? Придумай ей. Там, не знаю, что я в город другой уехал, умер, мам. Да какая разница, мам? Ну, только пусть она не приходит, ладно? Вань. Чего, Вань? Мам, чего? Ты понимаешь, я не хотел, чтобы так вышло. Я летать хотел, а бревном здесь лежу. Ну, скажи им, пусть не вколят мне что-нибудь. Я лучше усну и не проснусь. Мам, ну так лучше будет для всех. Ваня! Ну чего, Ваня, мам? Вань, прекрати истерику. Будешь жить. Ясно тебе? Будешь жить. Арина! Ой, привет. Привет. Спасибо, что заехал. Привет. Давай. Да. Положи в карман при мне, а то опять потеряешь. Я вообще никогда ничего не теряю. Я первый раз в жизни где-то забыла ключи. Пойдем пройдемся. У тебя есть 5 минут? Ну, 5 есть. У меня операция скоро. Где ты их нашел-то? Ты не поверишь. Под кроватью. Не я нашел, уборщица. Ну, как твоя проверка? Пожарники лютуют, запретил давать им взятки, а они навыписывали мне штрафов, ждут мзду. В общем, мне интересно. Понятно. А как твоя операция? Какая у тебя сейчас? Подозреваем разрыв спинного мозга, представляешь? Это до утра простоять. Да я знаю. Моя последняя операция тоже была на позвоночник. Очень старались. Но парень так и не пошел. Я уже лет 15 не был в операционной. Скажи честно, неужели не тянет? Нет. Нет, нет. Я ушел из практической медицины. Потом у анестезиолог я был средний. В лучшем случае на троечку. Уже прекрасный ветер. Мы погуляли. Пошли куда-нибудь поужинали. Саш, давай завтра. Вот завтра я точно могу. Завтра я не могу. А, да. Пятница. Ха. Я постараюсь. Мы созвонимся? Можно? Можно. О, одна неотложка. Скажи честно, а как это выглядело 15 лет назад в Калининграде? Да вот так и выглядело. Давай, давай. Удачи тебе на операции. Спасибо. Правда, побегу. Пока. Пока. А, Мария Владимировна, одну секунду. Чего? Позвольте вас обукетить. Спасибо, Саша. Пока. Пока. Что там одна в кустах делаешь-то? Я ж тебе сказал, Брагин, я не одна. Но ты куришь? Нет, Брагин, я бросила. Всерьез. А я вот никак не брошу. Я думаю, даже если я уйду отсюда,
все равно не брошу. А ты еще собираешься? Да нет. Ну, если правда, ты меня не уволишь. С чего это вдруг? А кто тебя знает? Операционная готова, вас ждут. Сейчас иду. В порядке, Мюсик, готова уже к операции. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Да, операция может длиться несколько часов, поэтому я прошу вас, экономьте силы, хорошо? Отдыхайте. Ну, все, с Богом. Так, Салам, а разве ваша смена еще идет? Только началась? А во вторую смотровую. И букет, пожалуйста, вот, поставьте. Поехали. Нет, вы пойдете со мной. А с кем, извините, я сегодня днем оперировала? А, так просто я раньше пришел, так получилось. Извините. Алло, я не могу сейчас говорить, я перезвоню. Все, нет, не купил, Юля, перезвоню. И что, вы собираетесь то двое суток провести? Почему двое? Так у меня сутки только начались. Ага. А, хотя нет, ну да, почти двое суток. Ну вы не переживайте, Марина Владимировна, это же не первый раз. Как вы собираетесь вторые сутки оперировать? На ось? Почему на ось? Нормально буду оперировать. Нет, Салам Магомедович, вы завтра оперировать не будете. Я вам запрещаю. Вторую половину смены вы проведете в приемную. Ладно. Я просто не знал, что нужно меньше работать. Всегда говорили, работай больше, работай больше. А что наш музыкант? Он проснулся, пришел в себя. Речь у него не пострадала. Что он говорит? Извините меня, пожалуйста. У меня большая проблема. Ну, какая проблема? Наши врачи тебя спасли, повезло тебе, считай. И прогноз у тебя благоприятный. Понимаете, звон в ушах. Он никуда не делся, звенит. Ну, так аневризму-то тебе удалили. Аневризму, да, звон остался. Позовите Гафурова Салама Магомедовича. Иначе я за себя не ручаюсь. Слышите? Господи, боже мой. Позовите Гафурова Салама Магомедовича. Ладно, молодой человек, сейчас я всех позову, сейчас соберем симпозиум, вас обязательно вылечат. А где Пастухов? Не знаю. Где он ходит, он нам нужен? Между нами, Олег, только тебе могу сказать, я попросила его написать по собственному с должности зав. Отделением. Ты что, шутишь, что ли? Так, ну что, можем начинать, давайте. Идем, идем. Ладно, после поговорим. Марин, вы все правильно сделали. Так будет лучше и для меня, и для работы. Я напишу. Петь, я очень надеюсь, что вы останетесь в отделении. Давайте так, мы с Полиной съездим в отпуск, и я подумаю, а когда вернемся, я вам все скажу. А заявление я напишу сегодня же, после операции напишу. Олег Михайлович, там мама. Если вдруг чего на операции не так, вы ей сразу не говорите, хорошо? Подготовьте как-нибудь. Вань, мы с тобой все обсудили. Ты знаешь, что мы будем делать и зачем, правильно? Значит, ты член нашей бригады. Давай постараемся вместе. Договорились? Хорошо. Женя, ничего не бойся. Друзья мои, по МРТ мы имеем разрыв спинного мозга на уровне 4-5 грудных позвонков. Нижняя часть туловища обездвижена, но слабая двигательная активность рук дает нам надежду вернуть к жизни как минимум верхнюю часть туловища. Какой план? Делаем доступ между лопатками, убираем отломки и большую гематому. Пытаемся стабилизировать позвоночник, ну а дальше по ситуации. Друзья мои, ну это классика и, конечно, возможны импровизации. Ну что, давайте сейчас его перевернем и можем начинать. Ну, с Богом.
Ваня. Случилось. Да, случилось. Арина, у нас несчастье. Извините, пожалуйста. Думал, что приеду раньше вас, вот в пробке застряла. Москва, конечно, непредсказуема. Ну да. Давно ждете? А, нет, я только подошел. Ну. Ну пойдемте. Давайте помогу. Ничего, ничего, уже лучше. Давайте я за вами поухаживаю. Давайте. Ой. Спасибо. А вы почему с палочкой ходите? Вам она больше не нужна. Сейчас мяту включу и все расскажу. Вы как? Как ваш сынок, как собака? Ну, сын чего? Учится, растет. Собака тоже растет. Никита же его зовут, да? Сын Никита, собаку Федор. А он у бабушки до сих пор или? Да не оба, у бабушки. Просто к вашему. Слушайте, давайте поедим. Я голодная, просто зверь. Подождите, я вообще не собирался задерживаться. Ну, вы с работы? Да. Ну и все. Подожди. Ну, хорошо, давайте поедим. И вино из холодильника достаньте. Вино? Вы не пьете? Не, ну почему? Я пью. Ну, давайте выпьем. А штопор где? Штопор в верхнем ящичке, там ножи с вилками, будьте добры. Годятся? А за что выпьем? Ой, я не знаю. А давайте за ваше здоровье. А давайте. Потому что вы большая молодец. Вы завязались в узел и все сделали правильно, все. За вас. Ну, вот опять же, жалоб никаких, видите? Есть жалобы. Знаете, вот в районе бедра как-то тянет чуть-чуть. И без палки, совершенно боюсь ходить без палки. Так вы мне про палку даже прекращаете, она вам ни к чему. Ну-ка, вставайте. Встаньте, говорю, встаньте, встаньте. Нет, ну я... Встаньте, вот, теперь давайте мне нет, палочку. Нет. Слушайтесь, доктор и пациент, перейдите ко мне. Я боюсь. Идите, нет, говорю, и вот, вот, видите? Нет, нет. Видите, вот. Вот видите, видите, палка вам ни к чему. А вы стельки сделали? Ужас. 10 тысяч, так много. Ну, Москва, матушка. Здесь все дорого. Компрессионные колготки носим еще полгода. Так сказали, как будто уходить собираетесь. Нет. Я теперь пока не поем, никуда не уйду. Мясо забыла, господи. Давайте я вам помогу. Оп, я сама. Оп. Так. Ай! Ой, а... Ну, вот они, вот мелкие. А мелкие-то какие? Собираю. Подожди, Олег, видишь, вот тут отмен позвонка. Уж больно он близко к межреберной. При лечении может артерия бахнуть. Давление падает 70-40, могу повышать? Да подойди ты, нам тут еще кровотечения не хватало. Аритмия, парень, еле держится. Сделай кардарон. Теоретически можно оставить до следующей операции и собирать остальные. Да, давайте пока оставим. А теперь все-таки начнем заниматься спинным мозгом. Да подождите вы, господи. Дайте подумать.
Надо оставить отломок внутри. Я сам решу, что надо. Все так душно. Лена, помогни мне, пожалуйста. Ты не волнуйся, ты подумай. Лена, подожди ты. Ну, ты еще будешь мне советовать. Аритмия восстановил, но у него брадикардия 58. Так, все, я давление повышаю. Если он умрет, то точно не по моей части. Давай. Блядь, проводить операцию такую без плана. Бред. Брагин, пациент умирает. Ты что-нибудь решил? Простите, а по Танееву Ивану ничего не слышно из операционной? Пока нет информации, оперируют. Понятно. Здравствуйте. Мама Ваня? Да. Жив? Не знаю. 3 часа уже оперируют. Ничего не знаю. Скажи, у вас с Иваном серьезно? Было. Серьезно или так? План таков. Временно переживаем межребер, но извлекаем отломок. Если повезет, артерия не повреждена, значит, удача. Нет, будем ушивать. Для протезирования 4-го позвонка распротез берем из крыла подвздошной кости. Потом стабилизируем позвоночник пластины и радуемся. Ты серьезно насчет трансплантанта? Мы никогда не делали это раньше. Я всегда мечтал попробовать. Я ассистировал на таких операциях, когда ординатурил в ЦИТО. Я знакома с этой методикой. Я за. Мне надо бежать. Охранник говорит, пожар, говорит, побежали. Я бегать не могу, я ему говорю. У меня шейка бедра сломана, мне доктор Куликов запретил. Доктор Куликов? Кто это? Ну что, спасибо. Да. Прекрасный ужин, отличное вино. А я даже соскучился по вашей квартире. Правда? Серьезно, ну я же привык к вам приходить. А сейчас как-то грустно. Вы в моей помощи больше не нуждаетесь. Да, получается, что так. Сергей, можно личный вопрос? Да, пожалуйста. А где мать вашего сына? Она погибла. Она была тоже хирургом, ее пациент зарезал. Наркоман. И ее не смогли спасти. Мы. Не смогли. Простите меня, пожалуйста, Сергей, это ужасно. Ну, при чем здесь вы-то? Это уже случилось. И мне даже удалось это пережить. Можно водички? Что-то на голову заболело. Таблетки. Да, там запи... графин есть. Ну что? Ой, да. По-моему, прекрасно посидели. Да. Пора уже мне работать еще. Да ладно. Какая работа-то? Ночь на дворе. О, Сергей, я с 16 лет работаю. С утра до вечера, потом ночь. Оля, мы с вами похожи. Да. Я тоже так же точно работаю. На самом деле хочется уехать в Иланье на Волгу с удочкой и ничего не делать. Нет, я бы сдохла минут через 15. Значит, вы замужем за работой? Я... Ну, получается, что так. Я пойду? Да, где вы? Ну, вы мне звоните, если что. Ну, конечно. Да, если вот, ну, тянуть будет. Ой, вот тоже. Пожалуйста. Это что такое? Деньги. Мне нужно что, прекратить? Да перестаньте. Да прекратите. Да перестаньте. Да я вас просто зашел проведать. И тем нет, более, нет, нет. Моя помощь вам не нужна. Да даже не обсуждайте. Ну, 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 это неудобно. Ну, не правда, ей-богу. Так, я вот что подумал. Да. Вы мне звоните, если что. А вы говорили уже. Говорил? Ну да, говорил. Тогда спасибо за ужин. На здоровье.
Пробки, что ли, выдуло? Где-то щиток, где такой щиток, вот липкий. А попробуйте там, а-а-а, потом, да. Все, будет. А, тихо! Сережа, Сережа, вы не разбились? Ой! Ой! Да что ж так? Ой, господи! Тихо, 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 вы не ударились? Не знаю. Сейчас будет вторая шейка. Да нет, ничего, не сломайте, вы на мне лежите. Как вместе встаем? Тихо. Да что ты у вас? Щиток, не видно. Ага. Чего так обрадовались? Не знаю. Что, весело мне? Что-то я не пойму. Вы туда или вы сюда? Я сюда. Кофе горячим взбодрится. Как вы? Спасибо. Лена, сосудистые ножницы. Угу. Вот здесь спайка, посмотри. Да, вот. Вижу. СДМ. А? Коллеги, а что это мы спим, а? Евгений! Не спать! Сам не спать. Он уже утро, 8 часов. Слушайте, ребят, а вот если он после нашей операции встанет и побежит по дорожке, а? Ну, вдруг. Олег, это будет очень большой успех, если верхняя половина туловища заработает. Кар, кар, кар. Что ты каркаешь, а? Вот не веришь ты в чудеса. Хоть и талант. Посмотри, что ты какую красоту здесь натворил. Кудесник. Олег, давай в тишине. А я не могу. А то здесь все сразу уснут. Вон мне главврач на ухо сопит. Марина Владимировна, ну что ты ездишь на крючках? Олег, подержи, пожалуйста. Что? Можешь? Все перехватил, что я... Что случилось? Что-то нехорошо. Марина! Жень, ну быстрее! Тише, тише, тише. Все, не суетимся. Работаем, все нормально. Просто давление, наверное, упало. Вегетатика шалит. Бегом спать! Не ори, пожалуйста. Марин, давай терапевта позовем, чтобы посмотрел тебя. Ой, боже упаси. Не надо. Ничего не надо, все нормально. Сейчас. Все. Давайте заканчивать. Давай, поезжай домой, отдыхай. Я с матерью сам поговорю. Спасибо, хорошо. Блестящая операция, Олег. Ты мог бы сделать грандиозную карьеру, если бы... Если бы что? Если бы не твой характер, ты должен быть на месте Марины. Петя, я и на своем месте себя хорошо чувствую. Ты мне вот лучше скажи, что ты собираешься делать. Если честно, я просто не знаю, что говорить Полине. Закончили? Да. Олег, выдающийся хирург, правда? Правда. Тебе что-нибудь принести? Может быть, чайку? Не, ничего не надо. Иди, Лен. Спасибо. Скажите, а вы это серьезно, что он ходить не сможет? Пока не сможет. Все теперь зависит, какие будут результаты после операции. Ну, руки будут работать? Посмотрим. Надеюсь, что да.
Предстоит долгая реабилитация, так что вы готовьтесь. Теперь не только его жизнь изменилась, но и ваша. Мамаш, да главное, что живой, пацан. Да. Живой, Ванька твой, Ариночка. Нет, я не могу. Я не могу. Я ухожу. Передайте Ване всего хорошего. Я позвоню. Нет, я не позвоню. Извините. Пусть он не ждет. И вы тоже не ждите. До свидания. Я понимаю. Бывает. Олег Михайлович, когда мне к нему можно? Когда мне к нему? Сегодня в реанимации, а завтра приезжайте. Угу. И отдыхайте, мамаша, отдыхайте. Угу. Спасибо, дорогой, спасибо вам. Все в порядке. Чего так пугаешь-то? Да, что-то 3 ночи подряд не сплю. Вообще не могу. Нервы, наверное, сдали. Потом 8 часов в духоте, башка закружилась, вот и весь анамнез. Дай я тебя посмотрю. Дагин, ты что, шутишь, что ли? Сидеть. Да успокойся. Я же врач. Да я помню. Ты не хочешь сделать энцефалограмму? Знаешь, очень хочу. Потом. Чего домой не идешь? Жена где твоя? Жена ждет. Поговорить нам надо. Так, если насчет поступа. Ход. Ногу убери. Пожалуйста. Хорошо. Если ты хочешь поговорить по поводу Пастухова, то... То что? То это оптимальное решение. Пастухов согласен. Я уже позвала другого специалиста из Бурденко по рекомендации Зименской. Все. Петя ребенок. Жена его живьем сожрет из-за денег и амбиций. И поэтому я не должна его увольнять? Ты что, серьезно? Он работает здесь 15 лет и как никто заслуживает этого места. Он не справляется, Олег. Что ты хочешь от меня? Чтобы я себя виноватой почувствовала? Олег, он наш друг. С друзьями так не поступает. Своих не бросает. Ты знаешь, в чем твоя проблема, Брагин? В том, что ты романтик. Недавно это для меня стало проблемой. Это не просто проблема, это диагноз. У тебя же неадекватный взгляд на вещи. Ты как подросток. У тебя есть черное, белое, наши и не наши, никаких полумер. Ты вообще понимаешь, что этим псевдоблагородством ты гробишь не только свою жизнь, но и жизнь всем остальным? Ты где набралась-то этого сраного цинизма, а? С полумерами. Это твой подход к работе, что ли, зарубежный? Ты вообще обалдела, что ли? Здесь так не прокатит. Ты серьезно решил научить меня работать? Ты свою-то жизнь не контролируешь, Брагин. А ты много чего контролируешь? Да я все контролирую. Не надо этого делать. Тебя жена ждет, иди, все. Вообще иду, никто меня не видит, внимания не обращает. Что, не уходил вообще? Да. Здорово. Привет. Не могу я без нее. Без кого? Скорее бы, вот ночь прошла и снова на работу. Ну как ночь-то прошла? Оперировали. Хоть не зря? Посмотрим. Смотри, Эмка прислала фотки для Маркина. Ой, я не могу. Держите меня. Вайме. Смотри, чем старше становится, больше на меня. Не, ну просто армянские корни берут свое. Идите. Не, в принципе, вылитый ты. Держись. Ну как они вообще-то? Что у них там, нормально? Все прекрасно. Американцы какие добрые люди. Гинекологу этому нашему. Дом целый дали. Ничего себе. Ну, от меня в гости зовут. Так езжай. Что, шикарная компания. Хирург, анестезиолог, гинеколог. Время проведете. Поеду. Езжай. А я и поеду. Вот сейчас как и
Сразу поеду. Маленький вопрос. Чего тебе? Ты вообще счастлив? Инка, ты чего? Ты чего? Руки, ноги, работа. Жена красавица под боком. Ну да. Чего еще для счастья надо? Ну, слава богу. Ну и ты ступай с миром. Пойду. Mm-hmm. О, охрана. Привет. Привет, привет. И пока. Ой, да, и пока. Извини, пожалуйста, слушай, пристала Карина, я так говорю, запомни, запомни. Ты запомнила? Ну, конечно. Молодец. Ну, поехали домой. Спать. А, поехали. Mm. Устал? Да. Жень, а может им всем кликухи придумать, а? Ну, они же вроде как домашние животные ведь. Как ты считаешь? Да. А. Не, ну что мать природа творит, а? Ведь они сколько их пережили. М? Вот так оно и в жизни. Выживают самые страшненькие. Да. Что да? Что там тебя так влечет? Не на такие романтические фильмы? Ну все, ребят, пока я побежал. Счастливо. О, подожди, сейчас я тебя провожу. Покурим, а? Жень, ну отвлекись, наш друг, между прочим, уезжает. Пошел. Пойдем. Ну, где я, где я, где я? Где я, где я, где? Черт. Ну что, Петя, решил, ты останешься? Пока ничего не решил. Полина, ну тебя съест живьем. А я ничего не сказал. Как ты? Уже неделя прошла, ты же заверил все. Написал. Но пока никто ничего не знает, и Полина ничего не знает. Я ей в отпуске скажу, подальше от тещи. Ой. Как ты живешь? Да все будет хорошо, Олег. Все к лучшему. Ладно, тручу, давай отдохни там хорошо. Давай. И сделай за меня народ. Здрасте. Хорошо. Здрасте. Петя, а вы разве не уехали? Уже уехал. До свидания. До свидания. Здрасте. Что? Ничего. Брагин, в чем дело? Все прекрасно. Чуть-чуть. Слушай, Брагин, ты не смей ко мне больше домогаться, ты меня понял? Больно надо. У кого еще домогается? Брагин, я серьезно. Поцеловались случайно, и больше никогда. Никогда. Никогда на свете. Вот что провалится мне на этом месте. Дурак! Да вы что, с ума сошли, женщина? Олег Михайлович! Пульс, дыхание шумное. Давление 80, это 50. Иван Николаевич? Да, Иван Николаевич. А что случилось? Кожа сухая. Аккуратно! Вы с Иваном Николаевичем должны были сегодня ехать по одному делу. Я заехал за ним, дверь открыта. Он лежит один в коридоре. Я сразу вызвал скорую. В первую очередь, ЭКГ. Иван Николаевич, вы меня слышите? Карина, снимай ЭКГ. Клинический анализ крови. Обязательно сахар. Так, перекладываем. Два, три! Кровь я возьму, чтобы быстрее было. Че капаем? Капаем гормоны, панангин на глюкозе. Я в машине еще поставил. Пробки кругом. Боялся, что не довезем. Ну, все правильно, при обезвоживании. Так, руки холодные, слизистая сухая. Давайте еще УЗИ почек сделаем. Кость, вы же дружите? Ага. Может быть, он на что-то жаловался? У него какие-то хронические заболевания есть? Он абсолютно здоровый человек. Где наше ЭКГ? ЭКГ готово. Кровь. Кровь. Так, я в лаборатории, да? Быстрее. Я сама разберусь, ну как. Ну что? ЭКГ чистое, сердце, значит, исключаем. Так, Константин, кислородную маску. Олег,
Мне в 12 надо быть у директора. Я через час тебя наберу, ты мне все подробности расскажешь. Ни на шаг от него не отходи. Делается. Я пришел, вы собрались, такси через полчаса. Нет, у нас температура. Какая? 38,5. Сильный лающий кашель, это вирус. Так, погодите, давайте я сам смотрю. Ну, Пипочка, сейчас твой папа тебя посмотрит. Давай стетоскоп мне, быстро, быстро стетоскоп. Что такое? Что у тебя будет, а? Сейчас папа посмотрит. Что, ножки не болят? Что? Ты перестаньте. Да перестаньте, ребенок, вам очень много, ей так плохо. Так, быстро вышли обе из комнаты. Быстро из комнаты и дверь закрыли. Полин. Ильич, только не сейчас, я тебя... Заснула. Ничего страшного, по-моему. Нет там никакого вируса. Ну, подкашливает, ну, насморк. Можно ехать. Петя, как же мы поедем? Полин, ты аптечку собрала? Хорошо, возьмем с собой. Ну, не покупается пару дней. Ничего страшного. На море подышит, и все пройдет. Петь, ты в своем уме? У ребенка жар. У ребенка простуда. Это не смертельно. Ты совсем одурел? Кидаешься на людей, больного ребенка тащишь за 3-9 земель. Евгения Ивановна, можно я с Полиной поговорю? Наедине. Пожалуйста. Поль, ну неужели ты думаешь, что я Юльке могу сделать плохо? Можно ехать под мою ответственность. Петя, у нее температура. Нет, я считаю, что нужно все отменить. И ничего страшного, деньги пропадут, зато ребенок... Зато мама твоя будет счастлива. Ну, Поль, ну поехали, такси же ждем. Мы никуда не поедем. Полин! Полин, знаешь что? Я тогда поеду один. Один поедешь? Да. Это мой отпуск, моя семья. Я знаю, что мы можем и должны поехать вместе. Ты поедешь? Нет. Отлично. Я еду один. Петь, ты куда собрался? Петь, подожди. Позвоню, когда долечу. Петя, Полина, останови его. Петя! Ты, Коновал, а? Чего? Чего? У меня диабетическая кома. Давайте, делаем инсулин 12 единиц. А ты ему глюкозу в сандалию. Ну, скоро не работал глюкометр. Не работал. Ну, он же мне не рассказывал, что у него диабет. Слава богу, что не инсульт. Сейчас все будем исправлять. Давай, родная моя, давай, давай. Ну, как ты мог без анализов, а? Глюкозу. Олег Михайлович, я все делал правильно. Все он делал правильно. Просто не угадал, бывает. Здрасте. Здравствуйте, ребята. Здрасте. Спасибо, что вы есть. Давайте перепроверяем глюкозу. Так, я тогда пойду узнаю насчет палаты. Мы его укладем? Давай, давай, беги, беги. Ну, скажите мне, ну вы про диабет даже не догадывались? Ой. Как на духу, Олег. Я не догадался. Сапожник без сапог. 26. Ну, слава богу, глюкоза вниз пошла. Значит, сегодня полежите здесь, а завтра в эндокринологию приедете. Вы же не наш профиль. Да не поеду я ни в какую эндокринологию. Я до утра полежу. А утром выйду на работу. Вот прям плохая идея. Надо почки проверить, давление повысить, продумать инсулиновую схему. Хорошо, я потом, я это все сделаю амбулаторно. Спасибо, коллеги, идите. Я посплю с вашего разрешения. Ладно, я через час загляну к вам. Ага. Костя. Да? Подожди. А, это... Жене-то вашей позвонить? Не, не надо. Алла ушла от меня сегодня утром. Как? Куда? Уехала в Серпухов.
Мне сказал оставаться в Москве на съемной квартире. Костя, он возвращается. Кто? Гриша, сын мой. Его освобождают по УДО. Ты знаешь, что такое УДО? Условно досрочно. Ну да. Он, оказывается, отличником по поведению в колонии был все эти 8 лет. Ни одного замечания. А мне и не говорил. Мы не знали про это самое УДО. Сегодня утром позвонил, сказал. Ну, это же круто. Спрашивал, куда ему ехать. Ну, а чего? Алла сказала, что она не хочет его знать. Собрала вещи и ушла. Я вам глюкозу перемерю. Сказала, что насовсем. Так, сейчас. Хочет оформлять развод. Ну, этого следовало ожидать. 18. Снижается. Ну, вот только диабета мне сейчас не хватало. Иван Николаевич, ну, скажите честно, ну, неужели мы не догадывались? С вашим же опытом, ну. Да, конечно, догадывался. Но я думал, пронесет. А сегодня утром, когда почувствовал, что поплыл, ну, уже не до того было. Гриша позвонил. Обязательно нужно полежать в эндокринологии хотя бы 5 дней. Костя, ты не понимаешь, Гриша возвращается, мой сын. Я должен сейчас готовиться, я должен ждать. Вот что я сейчас должен делать. Я маме своей позвоню. Она же обязательно захочет вас навестить. Ну, вы же не против? Конечно, я не против. Я буду рад. Ну вот. А сейчас отдыхайте. Давай, иди. Отдыхайте. Едете или так, командировка? В отпуск. К морю или так, город? К морю. А чё один? 2 любовницы у меня там ждут. Не знаю, какую выбрать. Завидую. А меня вот так же на стёсе задрали, что на стороне иногда душу отвожу. Остановите, пожалуйста, машину. А чего остановились-то? А, ничего. Едем, пожалуйста. Ну, поехали. Здрасте, здрасте, Иван Николаевич. Здрасте, Мария Валерьевна. Здрасте, дорогой. Здравствуйте, тетя Мария Валерьевна. Вы знаете, что же вы нас так пугаете, а? Ну, извините, я не хотел. А я вам покушать принесла. Мне Костик все объяснил, что теперь конфетки, пироженки и булочки, ну, а есть все, что без сахара. О, без конфеток я долго не протяну. Что хочешь? Макотина. Вчера по культуре посмотрела «Травиату» с Колин Гарден. Ох, я вам доложу, это же сущий кошмар. А это вроде мама твоя, да? Угу. А они еще знакомы? Ну да. Ну, типа дружат. Ну, я типа понял. Что ты понял, Олег Михайлович? Константин Германович, я вообще понятливый. Это с виду такой дурачок. Слушай, ты что ты стоишь, смотришь, а? Я чувствую тебя, мы скоро новый папа.